Сезон открыт. В Гродно стартовала ярмарка «Виноград-2021». В этом году география производителей расширена. Около 50 фермеров и садоводов со всей области представили на ней свою продукцию. Кроме плодов элитных сортов винограда и прочих культур, можно приобрести и саженцы. Их более 100 разновидностей – это актинидия, голубика, кизил, персик, декоративные кустарники и десятки сортов винограда. Стоимость варьируется от 10 до 15 рублей. При этом есть и удобрения, необходимые для ухода за саженцами. В этом году ярмарка проходит на площадке торгового центра на Индурском шоссе и по-прежнему под эгидой Гродненского аграрного университета. Преимущество в том, что здесь можно не только купить товар, но и продегустировать его. Кроме того, фермеры и садоводы, которые выступают в качестве продавцов, готовы проконсультировать покупателей по любому вопросу. Например, в чем отличие белорусских сортов винограда от привозных? Необычно это актинидия, то есть это вот все знаем киви. Это актинидия китайская. У нас актинидия китайская не растет, но растет их ближайшие родственники. Актинидия коломикта, актинидия аргута. То есть это такие же по вкусу, как киви, но только более мелкого размера и для наших условий. Так можно найти здесь и вообще и уже и нектарины, так можно найти и какие-то такие, я думаю, через год-другой, наверное, может и бананы мы уже можем здесь продавать, поэтому боюсь соврать. Ну и очень широкий спектр декоративной культуры. Сезонная торговля еще только началась, но уже идет бойко. С 23 сентября на этой же площадке откроется ярмарка «Агроосень-2021». Там можно будет сделать запасы на зиму и приобрести овощи и фрукты по ценам производителя. Картофель и капуста, морковь и помидоры, перец. «Агроосень-2021» будет проходить еженедельно с четверга по воскресенье до конца октября. Приобрести дары нового урожая можно будет и на рынке Южный 2 октября. Также во второй месяц осени плодово-овощная ярмарка откроется на территории торгового центра Old City. А вот традиционная рыба Беларуси будет работать в Гродно на мини-рынке Ольшанка 16 и 17 октября.